Так, в общем, спидран. Заходим на сайт Trading, открываем первую ссылочку. USD, руба. Открываем первую. Смотрим непонятный график. Все, что я когда-то делал. В общем, колесиком у нас она сужается. Делаем вот так вот. Делаем опять вот так вот. Нажимаем. Свеча у нас означает один день. Так, ну-ка, один вик. Так, Monday, нулевые. Так, 15-й год, 16-й год. Идет поднятие. И 20-й. Сейчас я все это сотру. Сотру. Итак, приступаем. Вот у нас график. Что это вообще такое? У нас есть индикаторы. Так, мы можем поменять не свечи, а линию обычную. Кому-то удобно линия. Так, кому-то удобно вот так вот, кому-то удобно вот так. Мне удобно вот или вот так, или свечи. Я поставлю все-таки свечи. Ну, пока что пусть будет такая арена. Так, в общем, нам нужно понять, вывести сначала на всю длину, на все года, и сделать первую линию. Сначала острую сделаем. Так, у нас получается идет, ну, грубо говоря. Так, это не текст у нас, это у нас линия отсюда, сюда, допустим. Вот так вот, так вот. И сейчас мы подровняем. Так вот подровняем. Вот, и дальше потянем. Вот, у нас первая линия готова. Так, берем вторую линию, ставим. А, ну, давайте вот сюда вот. Вот, вторая линия. Теперь не основные линии. Так, где здесь цвет поменять? Ладно, пофиг. А вот, теперь не основные линии у нас будут проходить отсюда, сюда, вот она, не основная линия. Так, вот, теперь можем потихоньку приближаться уже. Вот так вот, вот здесь у нас совпало. Еще дальше нужно 3 месяца. Так, как выше поднять? А, вот так. Вот. Вот у нас все совпало. Теперь что я еще вижу? Я еще вижу вот эти явные линии. Так, вот они. Отсюда вот. И дальше продлить. Вот они, кстати. Вот. Что теперь дальше делаем? Теперь... Это мои старые наброски. Теперь приближаем. Делаем канал. Фибоначчи канал. Да, вот здесь спидран. Ха, вот так они у меня были. Вот. Так, вот она первая линия. Она у нас... Конечная линия. Вот, совпала. Вот она. Серая линия совпадает. И красная совпадает потихонечку. Вот. Вот, что я хотел. Вот. Все это совпало у нас. Переприближаем. 3 месяца. 5 дней. Потихонечку вот так вот делаем. Мне 5 дней слишком. Месяц. Во. Теперь ставлю свечи. Свечи. Смотрю, что здесь не так у нас. График, конечно, очень-очень нестабильный. Но... Это не страшно. Теперь выбираю красную линию. Такую вот толстенькую можно сделать? Можно сделать. Вот. Ставлю ее. Так. Отсюда можно поставить. И вот сюда. Вот. Она совпала у нас. Даже вот так можно. Вот. Она у нас совпала. Теперь линия отсюда. Вот сюда. Линия отсюда. Вот сюда. И здесь пересечение идет. Приближение. Теперь график расширим, полностью расширим график. Так, смотрим, что мы здесь видим. Еще расширим. Это у нас 5-дневная по часам. Вот. Вот. Теперь 30-минутная. Теперь сделаю вот так. Сделаю вот так. И что у нас в итоге получилось? Сейчас. Вот так вот канал. Вот он пересекается, он вот здесь. Я возьму кисточку и попробую нарисовать подробно. Подробный прогноз. На сейчас. А получается у нас какой это будет. 23. Нет. Так, теперь второе, третье. И дальше идет какое? Дальше идет четвертое максимальное. Выберу кисточку. Теперь здесь у нас идет подъем. Здесь у нас идут силы, которые давят. Здесь у нас, которые поднимают. В общем, из этого треугольника. Можно сказать одно, то что он, если вот так его продлить, грубо говоря, вот здесь у нас пик будет. Теперь найдем паттерн. Треугольник, так, сходящий треугольник, а у нас восходящий треугольник. Восходящий. Он у нас прямой, нет, не прямой. Восходящий треугольник. Вот. Он по прямой, грубо говоря, у нас не прям прямая, у нас вот такая, сверху. Вниз. Да, вот он. Сверху сюда. И теперь расстояние, которое поднялось,
Блин, у нас нисходящий. Прорыв есть? Прорыв, вот он. Сейчас на прорыв подробнее посмотрю. Так, подрыв. Где у нас здесь? Во. Ну, что-то не особо, но поднимаются вот эти вот скелеты. Слишком. Вот здесь они прям большие были. Потом прям ее поднимает. Вот это означает слабая штучка. Вот эта вот часть. Да что такое? Я же кисточку выбираю. Вот эта вот штучка означает слабая. А, как бы слабый. Она вроде падает вниз, но ее вот так вот перебивает. И она как бы будет сейчас вот так держаться и пойдет на повышение. В общем, 20. Туда пойдет. 3-го. Ну да, вот здесь полная свеча. А здесь уже усики от свечи. Ну, это по-любому вверх еще она пойдет. Все.